В Хорезмской области состоялся открытый диалог с народом. Беседы провели ответственные лица всех уровней. В фокусе внимания – решение волнующих людей вопросов. В основном обращения поступали касательно коммунальных услуг, помощи нуждающимся и получения субсидий. Большинство из них решено прямо на месте. Репортаж из Ханкинского района. Благодаря инициированной руководителям страны эффективной системе работа с обращениями граждан вышла на новый качественный уровень. Ответственные лица проводят беседы с населением, бывая в самых отдаленных местностях, что позволяет лучше вникнуть в реальное положение дел, в то, чем живут соотечественники, что их больше всего волнует. Не менее оживленным был открытый диалог и в Ханкинском районе. Каждому вопросу отдельное внимание. Так, по словам Шавката Кушокова из Янгарыкского района, проживающие в 200 домохозяйствах в махалле Огайхи сталкиваются с проблемой, связанной с обеспечением электроэнергии. Не хватает мощности трансформатора. После изучения обращения к руководителю первого сектора оно было решено положительно. В селе установят дополнительный трансформатор. Вечером перестают работать холодильники. С наступлением летнего сезона даже вентиляторам не хватает напряжения. Таких проблем много. С установкой дополнительного трансформатора все они будут решены. Вопрос рассмотрели и решили положительно. Решен ряд вопросов, которые волновали семьи, пребывающие в трудных социальных условиях. Джумагул Раджабовой, проживающей в махалле имени Хамида Одамджона Ургенского района, больное сердце, а у супруга, имеющего инвалидность первой группы, тяжелый недуг. Ответственные лица окажут содействие в лечении женщины в стационарных условиях, а ее супруг пройдет углубленный медосмотр, и ему выделят необходимые лекарственные средства. Адульбек Маткаримов из Янгарыка нечем покрыть расходы на дорогу сына, ставшего обладателем международного образовательного гранта. Норбек Джуманов поступил в престижный университет в Южной Корее, но не может выехать в эту страну. Вопрос будет решен областным управлением агентства по делам молодежи. В правовом поле решен вопрос, с которым пришел Бабурбек Рамазонов. Он связан с переносом торговой точки, расположенной на территории рынка, с одного места на другое. Весь народ, вся страна видит практическое воплощение норм обновленной Конституции в своей повседневной жизни. Потому что все делается для человека. Мы видим это на своем собственном примере. Воплощаются в жизнь реформы, улучшается наша жизнь, меняется мировоззрение людей. В рамках открытого диалога в Ханкинском районе рассмотрено более 100 вопросов, определенная часть которых решена на месте. Остальные посредством определения конкретных сроков и ответственных лиц взяты под контроль народных приемных президента. Подобные диалоги с участием руководителей секторов области организовываются и на других территориях региона.